получили поручение главы республики по оказанию поддержки Лаганской детской школе искусств. Это одно из, ну, скажем, лучших учреждений системы дополнительного образования в сфере культуры. Мне, конечно, хотелось бы добавить, что в 2013-2014 году мы в рамках оказания мероприятий по поддержке детских школ искусств выделили около 200 тысяч рублей, которые были направлены на приобретение инструментов, пошив костюмов, приобретение ученической мебели. Но, конечно, сегодня Лаганский район, наверное, один из немногих, который собственными силами выделяет средства на поддержку учреждений культуры. Это очень важный шаг, который, конечно, должен найти достойное, наверное, подтверждение на нашем региональном уровне. Мне, конечно, хотелось бы поблагодарить и главу, потому что в этом году впервые в нашей республике были учреждены премии главы лучшим детским школам искусств в размере: первая премия 200 тысяч, вторая премия была 170 и 130 тысяч рублей. Конечно, в 2015 году при наличии соответствующих документов данная школа также может быть номинирована на одну из этих премий. Да? И, наверное, это вот добрый знак Года культуры, который стал вот и инициативным в реализации вот различных проектов. Также мы в бюджете 2015 года предусмотрели средства в размере 500 тысяч рублей на поддержку детских школ искусств, что, несомненно, даст нам возможность участвовать в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в рамках оказания мер господдержки и участия федерального бюджета вот в решении наших региональных, скажем так, проблем. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что в этом году мы направили 186 тысяч Лаганскому районному дому культуры на приобретение кресел. Буквально на днях мы подписали соглашение о предоставлении 350 тысяч районному дому культуры на приобретение 3D-кинотеатра на 200 мест. Я думаю, что сегодня вот те пробелы, которые возникли в определенное время, то есть у нас рухнула киносеть, а сегодня мы шаг по шагу будем восстанавливать киносеть республики. Значит, мы уже сегодня получили, так сказать, финансирование из федерального бюджета на приобретение 8 киноустановок, которые будут направлены в районные республики. Да, один из них, конечно, это Лаганский районный дом культуры. Кроме того, мы большие надежды возлагаем на взаимодействие с нашими работниками культуры, естественно, с администрацией района. Почему? Потому что Лаганский район сегодня рассматривается, наверное, так же, как перспективная точка для развития регионального туризма. Связан, конечно, наверное, с проведением фестиваля «Лотоса», фестиваля «Самана». Уже соответствующие какие-то переговоры мы ведем и с главами сельских муниципальных образований, на плечи которых, естественно, вяжет реализация отдельных вопросов. Но, кроме того, мне, конечно, хотелось бы сказать, что в Год культуры было поддержано очень много инициатив Республики Калмыкия, и в том числе мы получили достаточно весомую поддержку с федерального бюджета. На сегодня я проинформировала главу республики о том, что идет к завершению вот реализации этих мероприятий, и где-то под занавес, так сказать, этого года мы проведем большое мероприятие, на котором мы, естественно, презентуем и рояль, которую мы приобретаем для Калмыцкой государственной филармонии. То есть фактически сегодня каждое учреждение, наше бюджетное учреждение, получило солидную помощь, финансовую помощь из федерального бюджета. И хочу сказать, что в целом, наверное, бюджет республики, что очень важно, несмотря на сложности, да, формирования бюджета, его социальную направленность, вместе с тем уделяет огромное внимание на укрепление материально-технической базы в государственных учреждениях культуры. Это очень хорошо. Поэтому мы надеемся, что Год культуры, который плавно перетечет в Год литературы, в Год нашей великой победы, что действительно средства будут предусмотрены в рамках нашего местного бюджета. И, естественно, мы будем принимать участие в любом проекте, который будет реализовывать федеральный бюджет. И, естественно, будем рассчитывать на положительный исход. Да? Ну, наверное, все. Что хотелось. Спасибо.